Двое участников потасовки со стрельбой на Кировке задержаны. Полицейские уже допросили предполагаемых зачинщиков драки на Арбате в Челябинске и отпустили под подписку о невыезде. Установлено, драка произошла во время празднования свадьбы. Двое мужчин сошлись в рукопашной прямо на Арбате. Потом один из них достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту прямо в лицо. Услышав хлопки, очевидцы разбежались в стороны. На место ЧП прибыли полицейские наряды. Двое мужчин 30 и 34 лет, жители города Челябинска, ранее судимые, из хулиганских побуждений, выстрелив из травматического пистолета, причинили телесные повреждения потерпевшему 1985 года рождения. Пострадавший мужчина госпитализирован. Сейчас по данному факту заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». А эти кадры сняты в Копейске. Во дворе дома 1 по улице Томилова произошла драка. Пьяных мужчин даже не смутило, что рядом с ними находится маленький ребенок. Предположительно, герои видео вместе распивали спиртное, а потом поссорились.